В регионе продолжается голосование за выбор территории для благоустройства по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Архангельск – один из 8 муниципалитетов, где организован сбор голосов. Сегодня свой выбор сделал и глава столицы Поморья Игорь Годзиш. Для этого он пришел в клиентский отдел пенсионного фонда, где организован пункт приема бюллетеней. Свой голос Игорь Годзиш отдал за парк на улице 23-й гвардейской дивизии около кинотеатра «Русь». С моей точки зрения, красивый проект может получиться с учетом того, что, по крайней мере, логика, которая закладывается в проект, парк общей доступности, парк для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, но у нас просто такой территории пока нет. Будет здорово, если в областном центре такая территория появится, где всем без исключения будет комфортно. Вместе с градоначальником голосовали посетители пенсионного фонда и сотрудники клиентской службы. К слову, одна из территорий, предложенных для благоустройства, находится рядом со зданием пенсионного фонда. Ну и, конечно же, нам хочется, чтобы пенсионеры, молодые мамы, да и все жители города, когда приходили к нам в клиентскую службу, получали комфортные условия приема не только внутри здания, но и прилежащая территория была удобная, красивая, с зелеными газончиками, со скамеечками. Голосовать могут все горожане старше 14 лет. До 9 февраля нужно заполнить бюллетень и выбрать территорию для благоустройства из списка. Их в нем 16. Либо предложить свой вариант.